Безработица больше не бродит по улицам Нижнего Новгорода. С начала года количество граждан, не имеющих работу, существенно сократилось в областном центре, а общие показатели трудовой занятости ниже, чем были до кризиса. В основном на сегодняшний день большим спросом и большое количество вакансий это находится в сфере производства. Такие предприятия, как машиностроительный завод, Горьский автомобильный завод, ну и ряд других предприятий градообразующих. В свою очередь, также большое число вакансий находится из сферы газоперерабатывающего производства, торговля, строительства. Количество вакансий на рынке труда Нижнего Новгорода также тает очень быстро. Если на 1 января 2013 года в городском банке насчитывалось более 100 тысяч предложений о работе, то теперь осталось около 30 тысяч. Но даже они могут удовлетворить самых требовательных соискателей. Численность безработных снизилась вот по этому году с 1 января, если она составляла где-то 4003 человека у нас стояла, в центре занятости сегодня у нас 2558 человек. Соответственно, напряженность на рынке труда тоже самое упала, и безработица на сегодняшний день составляет 0,37%, на начало года она была 0,58%. По словам экспертов, ряд городских предприятий сейчас даже испытывают дефицит специалистов. Особенно нехватка квалифицированных кадров ощущается в рабочих специальностях. Поэтому получается, что кадровый голод потихоньку съедает безработицу.